Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark 2 1998 года выпуска. Двигатель 3 литра бензин, автомат, задний привод. Пробег на автомобиле 169 тысяч километров. Заменю на нем задний, правый, верхний рычаг. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо и откручиваю стойку. Поднял автомобиль, снял колесо, и первое, с чего я начну, это откручу гайку шаровой опоры, не снимая привода. Гайка здесь на 22, резьбу маленько почищу, где смогу подлезть. О, накидной коротыш у меня зашел сюда. Нормально, значит, откручу. И все нормально крутится. Откручиваю. Гайку я открутил. Откручиваю также два болта крепления суппортами со скобой. Шланг, чтобы не натягивать, потому что мне надо будет опускать. И шланг будет натягиваться. Болты на 14. Ну и откручиваю амортизатор. Амортизатор. Да, но перед этим сейчас сюда вот стукну несколько раз, чтобы у меня шаровая выскочила. Отошла. О, а у Марка нету сзади стабилизатора на подвеске. Точно. У Марка нет заднего стабилизатора. Это как так? Крепко сидит. Так, куда перевесить?
отошел. Так стучит шаровый. Так, ну, наверное, гидростойкой подожму. Вот и все. Откручиваю амортизатор. Болт на 19. Пониже машину опускаю. Втулка уже на амортизаторе продавлена частично. Какой звонкий звук. Так, ну что? В принципе, рычаг, вот он стоит практически горизонтально. Слимлоки на этом рычаге еще живые. Выкидывать, конечно, мы его не будем, но шаровый это отходило 2 года. Я не помню, что ставили, какой фирмы, но отходило 2 года. Откручиваю слимлоки. Головка на 17. Гайка тоже на 17. Thank you.
что радостно, что болты с оренблока крутятся и не заржавели. Быстрее всего я их смазал. Нет, не мазанный. Болт сухой и не заржавел. И этот точно так же сухой и не заржавел. Вытаскиваю рычаг. Так. Как тебя, родной, отсюда выкрутить? Оренблоки живые, живые. Заказали рычаг бэушный с Владивостока. Оренблоки тоже живые и шаровые. Никаких звуков не издает. Устанавливаю. А вот теперь болты смазываю и ставлю. Наживляю и перекручиваю гайки. Все, рычаг я затяну точно в таком же положении, как он был, тот затянут. Рычаг я затянул точно так же, как был тот родной, и ход подвески здесь не обрезан нормально. Ой, камеру чуть не уронил. Вставляю амортизатор. Thank you.
Шайка нормально подходит. Вот и все. Гайку наживем. Провод АБС наживем. Чуть-чуть еще приподнимаю. И затягиваю амортизатор. Все, можно затягивать шаровую и ставить на место супа. Для удобства машину выше поднимаю. Притягиваю шаровую. Болт подтянул, то есть гайку подтянул на оригинальной шаровой, что удобнее. У ней палец короче, чем на дубликате. Место такое не очень удобно, но тем не менее можно сделать, не снимая цапфы, не снимая привод. Все. Ставлю на место суппорт. Вот и все. Рычаг задний правый я заменил. Устанавливаю колесо и автомобиль готов. На этом все. Всего вам доброго.